І ось наприкінці тижня наші волонтери приїхали з фронту. Дуже багато емоцій. По-перше, вони практично були на кордоні Донецької області. Зустрілись зі словочанами, які тільки повернулись з бойового завдання. Про все по порядку. Надо понимать, что мы пребываем совершенно в разных измерениях. Да, это визуально, это психологически, это эмоционально. И последняя поездка была связана с тем, что как бы мы есть ряд воинских частей, которые мы регулярно завозим согласно тех заявок и согласно своей инициативе. Плюс там еще словочане. Да, какую-то группу товаров, да. Вот последняя поездка была связана с тем, что там удивительным образом получилось так, что после распределения там где-то порядка 22 наших словочанин находятся в одном подразделении, мало того, в одной роте, и еще на одном рубеже находятся. И как бы задача стояла как бы увидеть и понять, что как бы происходит. Почему? Потому что те процессы, которые в Славуче происходят, мы пытаемся донести, что есть вещи, которые там, В первую очередь необходимо это форма, которая как бы они с учебки полностью выходят на рубежи, они полностью всем забезпечены, относительно всем, там и вооружение, и средства защиты у них, все это есть. Но надо понимать, что после там 3-4 дней интенсивных боев на нулевом, это все это превращается ни во что. И на сегодняшний день там стоит вопрос очень важный, это обеспечение. Там надо понимать, как на сегодняшний день работает тыловое забеспечение. Это в первую очередь там обуть, одеть и накормить, то государство, с своей стороны, все это дело делает. Но есть какие-то моменты, когда не подходит вовремя там, обмундирование, там еще там. Разговариваем мы с разными подразделениями. В одних подразделениях там это налажено, как бы есть на складах какая-то амуниция, на других подразделениях наоборот, есть продукты питания, но еще не налажена система обеспечения. Надо понимать, что сейчас формируется очень много там батальонов, и этот стоит на потоке. И все заявки, которые там на сегодняшний день есть, достаточно тяжело удовлетворить. Ну, еще, наверное, батальон, который имеет опыт и давно, у них есть свои запасы. И они как бы могут как бы внутренними запасами пополнять ту же форму, ту же берцы и так далее. А вновь созданные батальоны... Абсолютно верно, да, абсолютно верно. И здесь очень, очень много нюансов. Учитывая, что позиции переходят из рук в руки, здесь они только обосновались, как бы там обустроились в каких-то там подвалах, какой-то промзоне, пару прилетов, и вот от этого быта ничего не остается. Они выходят оттуда голые боссы. И опять же, надо понимать, там начинают их там формировать, переформировать. Начинаются какие-то внутренние процессы, которые в первую очередь отражаются на их быту. Почему? Потому что тут два момента. Тут находишься каким-то образом на нулевом, там тебе необходимо в этом окопе минимальный быт организовать для того, чтобы тебе там было сухо и можно было каких-то пару часов поспать. А потом, когда тебя уже делают передислокацию на пару дней, тебе необходимо полноценный быт. Тебе необходимо душ, тебе необходимо там покупаться, побриться, постираться. И когда вот ребята показывают, что вот там условно, та стирка, это обычная речка, где они там свою верхнюю одежду стирают и говорят, там по 3-4 раза ее перестирают, потому что ее вымыть невозможно. Она или в мазуте, или в болоте, или прожженная. И вот эти вот моменты, это не говорит о том, что со стороны государства что-то делается не так. Это речь идет о том, что вот сегодня вот такая ситуация произошла, и эту задачу надо мгновенно быстро решать. Особенно, насколько я понимаю, там, где боевые действия происходят, там, где позиция или условия жизни меняются практически ежедневно. То есть, когда ты сегодня в обустроенном окопе, вы вчера его вырыли, а завтра вы либо пошли вперед, либо пошли назад, и все заново. Я вам хочу сказать, если мы сейчас говорим об окопах, то окоп здесь копать и окоп там копать, это абсолютно разные вещи. Грунт насколько тяжелый, и там на 30 сантиметров копаешься, а остальное вгрызаешься. Там совершенно другое. Это, соответственно, если ты грызешь этот грунт, и ты на колени стоишь, у тебя не то, что там наколенники, там, не то, что верхняя одежда изнашиваются, у тебя наколенники там за полдня они стираются, ни во что превращаются. Поэтому есть куча моментов. И здесь есть моменты, которые мы освещаем, которые мы не освещаем. Если мы говорим о том, что на участках там взрываются мосты и так далее, там нарушается коммуникация, то эти задачи надо мгновенно решать. У нас на той стороне остаются раненые, у нас на той стороне остаются бойцы. И необходимо каким-то образом быстренько формировать переправу. Мы не освещаем, но, допустим, задача стояла там найти там плавсредства, то буквально там
за сутки сюда уже те литовцы, которые нам помогали, слава богу, мы здесь через рыбоинспекцию, через наших друзей, знакомых собрали там 10 резиновых лодок, одни конфискованные, одни просто люди отдали. Сделали там 4 плота непотопляемых, и уже они уже у нас под Северодонецком уже. И вот такие вот задачи, они как бы быстренько решаются, их надо там по месту все это видеть. А вот этот вот наша поездка, когда мы своих ребят увидели, как бы понимаем, как обычно, что им необходимо, и увидели, они ну вот только вышли с нулевого. И вот то вот эмоциональное интервью, которое там было, мы показываем, не показываем, что там все плохо, а мы показываем, что наоборот, здесь необходима консолидация и дальше помогать. И здесь в Славутище не все так плохо. Здесь достаточно высокие заработные платы, хорошие пенсии. И, допустим, та же самая соседка, которая у меня, она там регулярно нам эти вот там помогает финансово, чтобы мы туда ездили. Но вопрос даже не в деньгах. Вопрос заключается в том, что... Ребята должны понимать, что за них переживают, за них беспокоятся, о них думают. Вот, в своем родном городе. Вот это самое главное, да. Вот это вот безразличие, безразличие и понимание того, что... Ну, я сейчас хотел бы все-таки переключиться на ту сторону. Вот ребята, которые там находятся, если они там, там привезли там эмоциональные моменты, там, допустим, там ребенок передал отцу пакету. Ну, вот это уже эмоциональная вещь, которая его там чуть-чуть уже вдохновляет. Надо понимать, какие там процессы психологические идут. Там как бы и там нет никакого осуждения. Нет осуждения к пленным, нет осуждения к отказникам, потому что не каждый этот человек это все это выдержит, мы все живые люди. И в ту ситуацию, в которую попадаем, наша психика абсолютно по-разному работает. И передавая туда какие-то эмоциональные моменты, допустим, те же там матрасы, там, Катя, не матрасы, а спальные мешки Волкова, которые Катя отшила, то девочки, которые это отшивали и понимали, куда это идет, они передали свою эмоцию, они какую-то вышивку сделали, они какое-то послание положили туда, в этот матрас. И ребята, когда все это дело разворачивают, надо понимать, как они реагируют на подушку. Спасибо. Это же вообще идеально. Он на замке походу, да? Да, да. Вот это так чуть-чуть. А? Если на велюху отключить. А можно и так сказать. Слушай, он вообще идеально. Я думаю, что это как бы, ну, разработка, ну, 22 века вообще. То есть тут как бы... Очень теплая, обалденная вещь. Завязывается все как положено. Главное, чтобы я на нее не разлил кофе, как я это обычно делаю. Мягенькая подушечка, вообще то, что надо. Подушка в огонь. Потому что, ну, прошлая подушка у меня была, выглядела вот так. И когда в спальном мешке есть подушка, они эту подушку обнимают, как самое родное, самое любимое то, что у них есть. И вот таких вот эмоций там за 3 дня пребывания там, оно накапливается. Там можно находиться там и дольше, и дольше, и дольше, и дольше. Но задача заключается отгрузиться, приехать сюда, выполнить последующую задачу и опять туда выезжать. Потому что надо еще отдать должное нашим ребятам, которые там пребывают. Вот это вот их... вот эта вот скромность, вот, которая вот, они не хотят обременять. Вот, вот знаете, вот это состояние. Вот. Не хочу обременять своих родственников, своих знакомых. Им тяжело попросить, потому что вот этот вот психологический момент, для кого угодно могу все, что угодно сделать, а для себя вот это не могу. И когда мы с ними формировали заявку, надо посмотреть, как эта заявка была сформирована. Если мы понимаем, что тактический рюкзак на 30 литров, это крайне необходимо, оно удобно, оно комфортно, там какие-то личные вещи положил, еще что-то туда закинул, все это. Они заказывают всего лишь 5 штук. Они говорят, больше нам не надо. Я говорю, а что будет... Как каждый должен, у каждого. Да, у каждого должно быть, почему? У них какие-то рюкзаки есть, у них какие-то сумки есть, у них какие-то баулы есть. Но надо создавать какие-то комфорты. И там надо понимать, что государство не может обеспечить вот этим, вот этим, вот этим, вот этим. Оно базовое идет. Там форма, бронежилет, обувь. Опять же, обувь. Там у нас есть, там ребята стоят еще, вот как они, вот формировался батальон там еще. Поздней весной, еще холодно было. Им дали, выдали зимние ботинки, зимние ботинки. Вот они в зимних ботинках и не уходят. Да, по технике безопасности, по всем этим вещам эти ботинки нужны быть, да. Но когда они переходят на передислокацию, учитывая, что до этого позиции были разбиты, и они остаются, у них нет ничего сменного, то какие-то элементарные вещи им надо, там бытовые.
Поэтому вопросов очень много, пожеланий достаточно. Что касается... Вот ты сейчас, побывав там, можешь свои эмоции передать лаучанам. Вот что, что они хотят? Что, что ты понял, что они хотят? Что ты понял, что нужно привести в следующий раз? Ну вот, что касается той заявки, которую сформировали, мы ее публикуем, там ничего сверхъестественного, там нет оптических прицелов там, по 250 тысяч, там нет каких-то уникальных вещей, там наушников и так далее и тому подобное. Там все на уровне быта. Это солдата в первую очередь необходимо обуть, одеть, обогреть и дать комфортный сон. То вот в рамках этого и была сформирована заявка. Больше они ничего не просят, сверхъестественно. Поэтому мы планируем выезжать на следующие выходные, на следующую пятницу. Заявка есть, надо отдать должное, что вот эти вот часть контента, который мы оттуда привезли, который мы можем показывать индивидуально, то на сегодняшний день уже решен вопрос по обуви. Один славучанин закупил 22 пары обуви, 21 пару обуви, закупил уже 40 маек. Это после того, как он увидел реально, что там происходит. И это категория людей, которые понимают, что происходит и насколько это важно. И когда, допустим, речь идет о адресной поставке, мы знаем этих людей, мы видим этих ребят, мы видим, почему они табак курят. Мы вот завезли, вот последний пример вам, мы вам завезли последнюю партию, у нас мы завезли 5000 пачек сигарет. Это хорошие сигареты, мы завезли с фильтром. Почему? Потому что у нас почему-то представление такое, что если на фронт, то сигареты какие-то надо передать, там дешевые какие-то, вот. А там же наши люди. И надо понимать, что, допустим, мы там завезли хорошие сигареты им, но суть заключается в чем? Мы вроде бы везем это объем. Но на подразделение, в котором 5000 человек, это всего лишь пачка на день. Это мы завезли, они один день покурят. А надо понимать, в какой ситуации они пребывают. Они там выехали на Львов, на нулевой, и они там находятся 4-5 дней, может, кто-то и больше там находится времени. И там такого нет регулярного подвоза. И там есть контент отличный. Пацаны, когда показывают, смотрите, что курим. Они говорят, что дубовые листья – это лучше всяких дешевых сигарет. Дубовые листья, во, вот это фигня. Дубовые листья жестко. Поэтому давайте определимся. Или пусть пацаны наши там курят дубовые листья, или им что-то передаем качество. Но не так, что так. Вот на тебе Боже, что мы не негоже, да. Какие-то там, какие-то махорки, какие-то примы и так далее. Если какие-то вещи делаем, то давайте делать их уже с любовью и с пониманием того, что они в первую очередь должны получить позитивную эмоцию там. Потому что благодаря им вот это вот все, вот это вот мы здесь сегодня получаем. Что ты папу передаешь? А что? Там секрет или не секрет? Секрет, да? Ну, все с любовью, да? Сюха, привет. Не стесняйся, давай скажешь дяде спасибо за меня. Все, пока я это займу. Получил твой подарок. Вы решили организовать киноконцертный ящик, куда можно приносить либо деньги, либо я уже видел, там даже приносят форму какую-то и какое-то питание, даже в кульках было питание. Здесь два момента. Надо понимать, каким образом мы сейчас пытаемся выстроить работу. Работа должна быть системной. Вот ту работу, которую системно выстроили в период оккупации, когда мы понимали, что нам ежедневно необходимо определенный тоннаж гуманитарной помощи, там ежедневно необходимо паковать 700 пайков, и когда люди, которые не понимали те процессы, которые происходили здесь в период оккупации, они думали, что привезти машину и раздать, это один момент. Но организовать эти процессы, вот уже прошло уже там больше там двух месяцев с момента, как это все это дело происходило, а ты начинаешь встречаться с людьми, которые отвечали за тот или иной объем работ. Каждую неделю со Славучища выезжают люди на нулевой, туда на передовую. То надо понимать, что они разбросаны по всем подразделениям. Мы не говорим сегодня о тех ребятах, которые находятся там 22 человека. Мы говорим полностью о всех славучанах, потому что на сегодняшний день у меня там, на меня выходят те ребята, которые там достаточно разрозненно, там один-два бойца в том или ином подразделении. Учитывая вот то вот комьюнити, которое есть волонтерское, мы на сегодняшний день любую передачу можем передать адресно, привезут в любое место. Вон даже последний пример, там Валентина Семеновна передавала передачу своей родственнице в Северодонецк. Это уже это серая зона, да. В серую зону. И все, и там 2-3 дня, и эта передача уже была. И вот эту вот эмоцию люди получили, родственники между собой, и тем самым там в тылу там продолжают, понимают, что за них там переживают в Украине. А что касается бойцов, то
У нас каждую неделю сословучие ребята выезжают. И надо понимать, что мы готовы всем помогать, мы готовы выстроить это правильно, системную работу и в таком вот режиме дальше двигаться. И задача заключается в том, чтобы сейчас качнуть ситуацию среди местного населения, а потом наработать с бизнесом. С бизнесом относительно в городе все в порядке. Что касается семьи Репиха, то здесь все понятно, да. И каждая наша поездка сопровождается, ну, чтобы вы понимали, там, мы в этот раз у нас поездка на трех машинах на этот, туда, на нулевой, это 80 литров в одну сторону. И мы понимаем, что мы только туда приехали, туда-обратно ходку сделали, то машины ставим мы на ТО. Слава богу, машины есть. Вот эта ирландская машина, которая нам Люба передала с Ирландии, она в этот раз нас выручила, потому что она достаточно комфортная. Но надо понимать, в каком состоянии эти машины приходят. Это мы с собой везем механика, мы с собой везем еще кого-то, для того, чтобы это по ходу это все это ремонтировалось, колеса менялись и так далее и тому подобное. Ну, как бы вопрос не в этом. Вопрос дальше по бизнесу в том, что на следующий, ну, с понедельника попытаемся ситуацию качнуть в плане того, чтобы была системная какая-то работа. Как мы, допустим, работаем по тому же самому Киеву, по тому же самому Чернигову, когда, допустим, те же самые агрохолдинги говорят, мы можем там ежемесячно давать вам вот такую вот сумму, выделять такую сумму. Мы говорим, нам деньги не надо, мы вам даем заявки, которые есть, вы просто их оплачиваете. И все, сейчас речь идет о том, что там необходимы там спальные мешки, там средства индивидуальной защиты, какая-то форма, потому что форма регулярно завозится на территорию Украины. Сейчас мы договорились с Перятином, с Прилуками, со швейной фабрикой, потому что, несмотря на то, что у нас находится швейное производство, то, что касается пошива военной формы, это достаточно сложная и узкоспециализированная тема. Если мы говорим, хотим получить качественную форму, то должны заниматься это профессионалы, которые всю жизнь этим занимаются. Плюс ткань еще специфически. Плюс ткань, да. Вот вопрос ткани, да, и технология. То сейчас работаем над тем, чтобы завести ткань. В Прилуках мы договорились за пошив. И, соответственно, есть понимание того, что уже четко, что с одного рулона 50-метрового получается 13 комплектов. И отсюда все это дело дальше. Там один рулон столько-то весит. Это тоже логистика выстроена. И понимание того, сколько необходимо средств для того, чтобы отшить, там, условно, там 130 комплектов, 10 рулонов из 10 рулонов. Поэтому в таком формате двигаемся, и задача выстроить системную работу в плане регулярных поездок туда и качественных поездок. Если мы говорим, допустим, те же самые продукты питания, которые мы туда завозим, то это в первую очередь продукты питания быстрого приготовления. Мука в мешках не нужна, рис в мешках не нужен. Это все это дело завозится, это все это дело поставляется. Они там не голодные. Но какие-то эмоциональные моменты. Изюминки какие-то, да, что-то, да, сладкое, чай, кофе. Да, да, да. Вот такие вот вещи, то, что нет в общем списке обеспечения, то вот это вот те вещи, которых не хватает. Маме привет. Привет. Привет, Чернигов. Все, пацаны, тримайтесь. Как там словучане выглядят на фоне, ну, условно говоря, военных, реальных военных, которые воюют? Вот насколько мирные словучане как-то преобразились, изменились? С некоторыми ребятами встречался здесь, когда они уже были в территориальной обороне. Но надо понимать, что те кардинальные изменения, которые произошли, это во взгляде, это глаза. Это глаза, которые уже такие глубокие, впавшие, уставшие. Кому вот фотографии не показываю, все вот видят вот этот глубокий взгляд. А что касается боевого заряда, что касается подготовки, оптимизма, героизма, этого всего, там надо отдать должное, что там хватает с головой. И несмотря на то, что они там выходят, там все вот этот рваные, разорванные и все остальное, то все в этом плане замечательно. Поэтому мы можем, однозначно можем спать спокойно, пока они там. То есть мы можем ими гордиться, скажем так. Да? Это даже не обсуждается. Это даже не обсуждается. Поэтому, ребят, то, что мы увидели, это действительно героизм. И еще один момент, который хотел бы поднять в разговоре нашем, это то, каким образом они там достаточно сплоченные. Это вообще уникальная какая-то ситуация, что они все, ну, такое большое количество людей с одного населенного пункта.
И они там, вот эти вот внутренние коммуникации, которые у них приходят, вернее, происходят, они достаточно интересны в том плане, что когда один что-то говорит, что вот это надо, они друг друга дополняют, они говорят там в унисон. Они не, нет такого, что там, как знаете, есть категория людей, ну, если говорить за ту заявку, она достаточно приземлена. Из тех заявок, которые мы там выполняли. Мы для территориальной обороны, как заявку увидим, там и тактические очки, там, ну, в общем, надо команду сформировать. Вот, и ребята, здесь которые... Здесь вы формируете команду, скажем так, да? Да, да, да. А там просто обычно... А там те бойцы, которые ежедневно, ежеминутно выполняя задачи, они находятся под обстрелом, они достаточно приземленные. Они говорят, дайте нам ботинки, дайте нам, ну, чтобы что-то свежую форму какую-то переодеться. Ну, вот как бы все такое земное. И они достаточно такие вот, ну, понятные. Там нет явного выражения такого там какого-то героизма. Они громко не говорят. Они степенные, они спокойные. Стал вопрос по машине. Я говорю, ребят, что у вас с автотранспортом? И для меня это было вот как раз вот та вот лакмусовая бумажка моя эмоциональная. Когда они говорят, у нас ситуация какая, вот у нас один этот вот тазик есть, этот Ford какой-то, благодаря которому они делают там передислокацию. И они говорят, вот если его не станет, мы не знаем, как мы сможем поменять своих пацанов на позиции. И когда ты видишь, что здесь, в Славутище, мы там, ну, последний пример. Будем мы брать машины с Ирландии или не будем брать машины? Будем мы их восстанавливать или не будем? А давайте попробуем. И один джип мы взяли же с Ирландии, Любин. Мы его, слава богу, довезли до Львова. Благодаря тому, что там у нас есть еще один славучанин и львовянин, который активно принимал участие в поставке гуманитарной помощи, было определено, что этот джип мы будем восстанавливать во Львове, собирать его до ума и передадим его на нулевой. А в этот период каким-то образом город приобретает или сюда поставляется джип и поставляется для территориальной обороны. То у меня вопрос, какие задачи здесь для этой машины, когда там вопрос стоит жизни и смерти, потому что если с этим бусом, который у них есть, что-то произойдет, они просто не смогут ни подвезти ни быка, ни продукты питания, ничего не могут сделать. А здесь как бы вот передается для территориальной обороны. То я не осуждаю этот момент. Здесь, может быть, оно тоже надо. Но я сторонник того, чтобы соизмерять. Все в этой жизни относительно. И это здесь важнее. Надо, и там надо. То давайте поймем, где это важнее, и те ресурсы, которые мы собираем, чтобы они шли адресно и целевые. Отже, починаючи з суботи, 18 червня, у холі кіноконцертного комплексу є ящик, куди можна покласти гроші. Крім того, там можна принести і покласти одяг для військових. Можливо, у вас є якийсь одяг, з яким ви готові розпрощатись, або ви можете передати персональну передачу. Сьогодні там ми зустрілись з досить активною пенсіонеркою, їй вже більше 80 років, Валентиною Книшевич, і трішки поспілкувалися. Мы здесь, чтобы помочь нашим ребятам на фронте. Ну, по-моему, фронт и тыл – это единое целое. Мы должны, ну, морально, чтобы они каждую минуту знали, что... Я не могу говорить. Чтобы мы были... Что мы рядом с ними. Я хочу сказать, чтобы вот они чувствовали это. Ну и... Каждый из нас, мне кажется, просыпаясь, всегда думает, когда же это конец. Но этот конец мы должны приблизить и в тылу, и здесь. Поэтому нужно не просто даже одноразово, а постоянно помогать нашим ребятам, фронту. Это даже не столько материально, сколько моральная поддержка должна быть. Ну вот их чувство, что они воюют за нас. Ну и еще бы я хотел сказать славучанам, что я горжусь ими. Вот особенно во время вот этой, когда нам гуманитарная помощь так красиво была оформлена, и доставка, и какие люди у нас замечательные, терпеливые. Я ходила прям вот, у меня распирало чувство гордости. Вы знаете, у меня очень много этих... родственников в России, я из большой семьи, 12-го мамы, мне очень много, там вообще под 40, наверное. Но я прям перед ними чувствую такое состояние гордости, что только вот в Украине
способны. И последнее хотел бы сказать, я даже почувствовала, как ни странно, себя счастливым человеком, что я именно здесь оказалась в такое время. Я бы не променяла ни на какие рай, никакой рай. Только чем, с вашей точки зрения, украинцы отличаются от россиян? Ой, это не то слово. Вот честное слово. Вот это чувство какой-то терпения, взаимоподдержки. Вот особенно во время вот этой нашей осады. Как мы ходили друг к другу, там помогали друг другу. Как в очереди стояли, ни скандалов, ни, никаких, как смирно все стояли. И я помню, у меня ноги подкосились, не могла встать. Так мне женщина взяла и прямо в очередь вот так поставила. Никто не возразил. Ну, это много таких примеров. Ну, и я еще вот горжусь, ну, начиная, наверное, с 2014 года, потому что я это приняла, Майдан, как мое собственное. Вот, мне кажется, я всю жизнь ждала вот этого, ну, как, выхлопа свободы, или я не знаю, как сказать еще. Я ездила специально смотреть эти палатки, я заглядывала в каждую палатку, смотрела. Потом я была, вот, участвовала в этом вече, я смотрела в лица, вот так вот ходила людей, я восхищалась. И потом рассказывала своим, в результате я приехала, вижу их недоуменные лица, так я сказала, я бандеровка. Ой, вы представляете, сколько было... визга, крика, ругани. Вот я даже сейчас сказал, что я сюда приду, мне подруга, ты за меня там положи. Вот, пригласила Мишу тоже, чтобы положить. Вот, ну, сколько у меня тут знакомых. Так я вот приглашаю, конечно, чтобы принять участие. Даже немножко, вот, я так посчитал, даже если по 100 гривен, и наш тысячи, ну, сколько кто может, а кто больше. Мне повезло жить в Украине, в Славутичи. На 9-м десятке я прожила и в Сибири, и везде, но жизнь в Славутичи – это моя жизнь. Вот. Это рай земной. Вот так. Мне сестра даже сказала, так ты в раю живешь. Ну, значит, ну, люди здесь хорошие. Если бы такие не война, люди, может быть. Да, да. Ну, война. Если бы война – это все. Ну, я думаю, все кончится победой. Я даже в этом, ну, тысячную процента не допускаю мысли. По-другому. Хотелось бы, чтобы это было побыстрее. Ну, хотелось бы побыстрее, но для этого мы должны быть едины вместе.